Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаємо вас в студії програми «Говоримо відверто» та я її автор та ведучий Гордій Білов. Сьогодні в нас в студії гість Дмитро Рябченко, обласний представник державницької ініціативи «Яроша». Пане Дмитро, дякую, що прийшли до нашої студії. Спасибо, що пригласили нас. І в нас до вас буде багато питань, тож поговоримо відверто. Постараємося. Пане Дмитро, таке запитання. Скажіть, спочатку був за часів ще Майдану правий сектор. Потім до його складу входив також окремо представники сучасного батальйону «Азов». І тепер ми маємо нову гілку політичної сили, що називається «Державницька ініціатива Яроша». Да? Тобто це вже йде як... відхилення чи розкол. Що трапилось із правим сектором, що вже є нові політичні сили? Можливо, да, щось... Я вас понял. Ну, я хочу сказати, во-первых, я не стоял у истоков. Как вы знаете, правый сектор зародился на Майдане. И оттуда пошло это движение. Ну, практически Азов-батальон, насколько я знаю, Андрей Белецкий тоже изначально был в правом секторе. Потом они ушли в свое движение, ну, сформировали его и до ныне продолжают действовать. Что касательно, что случилось тогда, ну, то, что случился раскол, так скажем, и появилась державническая инициатива Яроша и правый сектор, я знаю тоже, как и вы, в принципе. Ну, я хочу сказать одно, что я все равно с повагой отношусь. Ну, как бы я буду говорить по-русски, потому что я не хочу, чтобы была азаревщина, я не умею красиво, к сожалению. Я учу язык, мне нравится язык, но я не умею красиво говорить. Поэтому я буду на русском, да. Я хочу сказать, что я с большим уважением отношусь как и к правому сектору, как и к батальону Азов, к тем людям, патриотам, которые хотят лучшего и хотят изменить нашу страну. Хотя, конечно, есть нюансы, есть расколы, я знаю. Да, я тогда не участвовал, ну, это было вверху, и что батальон, ну, правый сектор раскололся с Ярошем, они сказали, у нас разные пути, разошлись. Что там, почему, я не знаю, ну, как бы имеем то, что ну, имеем. Ну, погодьтесь, це дуже странно, як Дмитро Ярош, така постать, що вона... Власне, і є сам правий сектор, да? І це одіозна фігура в сучасній українській політиці. А тепер же він ну, вже йде сказати, своїм шляхом. Ні, то у всіх є свої видіння в будь-якому движенні. В чому його те саме бачення, що не стало разом спільним баченням із правим сектором? Понимаете, я этого не знаю. Я вам не скажу, який був основний камінь преткновення перед разделением на две организации. Этого я не знаю, к сожалению. Возможно, у руководителей теперешних правого сектора в Ярше были разные взгляды на то, что надо делать в дальнейшем, на методики и на способы этого достижения тех задач, которые, ну, как я понимаю, ставит прежде всего революция, которая ставила. То есть, ну, поэтому я не знаю, камень преткновения. Ну, тем не менш, вы, власне, разом із громадською радою набрались мужності та першими протягом 2 років правління нашого голови трошки менше голови обласної державної адміністрації Олексія Юрійовича Савченка. Та ви з числа тих людей, хто 20 грудня минулого року вже мітів до недовіру, да, я висловили йому недовіру. Давайте про це поговоримо. Розкажіть, в чому саме була недовіра? Власне, я вам скажу, така предісторія, тобто постать губернатора Савченка, вона протягом вже тривалого часу, вона вже така є незиблима, він, власне, ну, є брендом. Ніхто до вас цього не робив. Що стало причиною і який подальший взагалі сюжет цієї історії? Ну, сюжет толковать сложно, якщо вкратце розказати, щоб ви поняли нашу позицію. Громадська рада набиралась для чого? Я считаю, что мы, раз нас выбрали, обязаны представлять интересы громады. Прежде всего, граждан Николаевской области и города. Угу. Как бы так. Это и есть наша задача. Поэтому с момента ее сформирования и до так, ключевого, если назвать, 20 числа, чем мы занимались? Масса предложений для оптимизации работы, для борьбы с коррупцией. То, чем мы и должны делать. От нас требовали предложений, мы их давали. Мы предлагаем что-то решить, что-то сделать. В чем была недовера? Вот какие пункты недовера? Если касательно недоверы, это, конечно же, самое ключевое недовера в решениях касательно призначения вот этих ключевых одиозных фигур. Каких самых? Ну, уже это ни для кого не секрет. Юрий Исаевич Гранатуров. Так. Ну, призначенный
Буквально вчера керівником аппарата. Да, мы об этом знали заранее, но сразу, если честно, мы вообще, как бы, Гордей, к этому скептически отнеслись на уровне анекдота. Мы никогда не думали, что такое может быть. Что... А чому? Ну, власне, це колишній мер міста Миколаєва. Ну, прежде всего, я вам скажу позицию нашу всю. Во-первых, недовіра. Очень много было слухов, как бы я сразу их хочу развеять. И всем объяснить, что недовіра – это якобы кто-то там нас подговорил, или кто-то нас с пути увел, заставил. Нет, это коллегиальное решение всех тех, кто ее подписал. Мы собирались, мы это обсуждали, и, как вы помните, мы еще до недовіри, задолго, наверное, за 3 недели или за месяц, собрались, выложили это видео, где мы обсуждали кандидатуру Гранатурова и просили губернатора, что... Ну, не... губернатор відповів вам тим, що в вашій роботі не існує певного конструктиву. Він, напевно, мав на увазі якусь відсутність конкретики, да? Навіть в цій недовірі або в, тих чи інших претензіях. Я вас понял. Візьмемо, наприклад, Юрія Ісаєвича Гранатурова, да? Його призначення керівником апарату. Да. В чому ця фігура вас, як громадську раду, як людей, не влаштовувала? Як людей, прежде всего, да, уже потом как громадську раду. Ну, ми пам'ятаємо його прекрасну роботу, в кавичках, коли він був мером. Мы помним многие, ну давайте говорить так, как оно есть, это коррупционные скандалы и то, что происходило при его правлении и немного позже. Ну, как бы, мы все живем в этом городе и много знаем. Ну, в этом, исходя только из, это ни в коем случае не личностные какие-то предпочтения или возражения. Это только мы судили по человеку, как по специалисту, по управленцу. Мы считаем, что Юрий Исаевич не может занимать эту должность. Это наша позиция. И мы, как громадская рада, мы ее выразили. Угу. Мы обязаны это делать и... Как бы, ну, все произошло, я же говорю, еще раз говорю, мы собрались, мы обсуждали, кто-то за, кто-то против, мы все довели свои доводы и выразили открыто, это не кулуары, ничего, то, что мы можем. Хотя, вы же понимаете, Гордей, что мы, в принципе, маємо тільки дурачі. Дурачі, да. Мы можем рекомендовать. Знаете, тут... В громадской раде нет никаких полномочий, потому что многие даже сейчас иногда там, вот, вы громадская рада, а что вы сделали? Я говорю, смотрите, я направлял очень много вопросов непосредственно с моей комиссией. Я возглавляю комиссию по соцзахисту по медицине. Угу. Я очень много вопросов по медицине. Вы знаете, я за конкурсы уже воюю. Это сколько уже? Какой год? Мы никак не можем добиться. Мы не можем что-то решать в плане влиять на что-то. Мы можем рекомендовать. Хотя мы все равно, мы ходим и по больницам, вы знаете, и пытаемся договориться. Все-таки добились, что теперь и конкурсы будут. Ну. Да. Теперь другое до вас питання. Скажите, 20 числа вы висловили недовіру. Да. Да. Проголосувало із 35 представників громадської ради 18. 18 – це кворум. Це вже кворум. Необхідний, да. Ви якийсь документ складали? Да, звісно, протокол засідання, все так, як положено. Тепер наступна дія. Спустя 5-6 днів з'являється сам Дмитро Ярош. Ну, я знаю, да, я присутствував при цьому. Власне, сам пан Дмитро Ярош, ну, може, як жарт, спочатку ще говорив, будеш погано працювати губернатором, ми тебе пристрелим. Зараз він після вашої недовіри з'являється сам пан Ярош. Якийсь є взаємозв'язок вашої недовіри, його появи та взагалі якогось єдиного ходу цієї справи? Ну, я не можу об этом говорити, тому що я цього не знаю. Якщо б я це знав... Ну, ви запрошували пана Яроша? Лично я? Так. Ну, во-первых, нет, конечно, потому что, во-первых, я не знаком с Дмитрием Анатольевичем, я его не знаю лично, и здесь же есть четкое разделение. Дмитрий Анатольевич в основном находится на фронте, и он занимается этими вопросами, а есть вот эта державная инициатива Яроша, это громадские объединения, там другие руководители. Что тут что-то... Ну, я писал ему и тегал его в Фейсбуке, когда я писал статьи, где я объяснял свою позицию, тегал. Ну, я думаю, что, может, и видел, да. Ну, как бы мы пообщались и на встрече. До чего пришли? Ну, Савченко, в принципе, мы пообщались, до чего мы пришли, ну, он пообещал нам, что теперь будет конструктивная работа, что нас будут слышать, потому что у нас были возражения, понимаете, мы не хотим громадская рада превращаться в каких-то карманных дурилок, которые что-то там пишут, оно ни до кого не доходит, и ни один чиновник не реагирует на нас. Это было. Никто с нами не встречался, мы губернатора, кстати, увидели после недовіри, вот это первый раз. Я можу вам сказать, что есть закон про звернення громадян. І, власне, сам, як в минулому посадовець, що стосовно громадської ради, то є цілий сектор цієї роботи. І звернення всі, що надходять від громадської ради, пропозиції, зауваження, доповнення, вони всі мають окрему увагу. Плюс закон про звернення громадян, що гарантує відповідну взаємодію. Тому тут слід, знаєте, звернути увагу на не то, щоб там відсутність конструктивності,
конструктиву. Більше шукати, це така порада особиста від себе. Шукати спільну мову. Это очень сложно, я вам объясню, потому что когда чиновники не реагировали вообще на наши запросы, и в том числе и главе громады, мы задаем, а где наши пропозиции, какой ход? Понятно, я вполне адекватный человек, я понимаю, что это не значит, что мы написали пропозиции, все кинутся ее делать, да? Но хотя бы обговорить, рассмотреть, предложить. У нас тоже есть масса предложений по той же области и по той же медицине. Есть, какие они не есть, они есть. Есть позитивные. Мы много предлагаем интересного. Скільки я знаю, что представники громадской рады будуть включені до конкурсної комісії облдержадміністрації. Ой, ви знаєте, Гордій, це дуже давня тема, давно нам обіцяли. Ну, как бы это, я с одной стороны вижу, что это хорошо, с другой, это очень большая ответственность. Потому что уже и громадська рада повинна відповідати, да, то есть за тех, кого назначат. А это очень сложно. Я сам, как бы, знаете, ну, если можно так сказать, идеолог этих конкурсов, мы еще с Мериковым постоянно на Мерикова как бы давили, просили, давайте конкурсы. Конкурс это и есть объективная оценка, как выбрать лучшего. Ну, к сожалению, у нас все имеет отражение в кривых зеркалах, и даже вот был конкурс, когда Кендратьев, мы все-таки выгалкали конкурс, и был по главврачам конкурс, все равно не всех выбрали тех, кто был лучший, к сожалению. Ну, тобто ви відмовляєтесь від участі в конкурсних комісіях? Ні, я не відмовляюсь, но я просто хочу наголосити, как бы, да, що это очень на самом деле важно и сложно, потому что ты берёшь уже на себя ответственность, выбирая какого-то чиновника, и тут очень много искушений, чтобы быть объективным, потому что вы же понимаете, кулуарщина, спокуса є спокуса, але все ж таки, коли ми, знаєте, прояви ініціативу, значить, візьми відповідальність. Тут такий ще принцип працює. Ніхто не проти. Ви вже для себе десь з'ясували, кого ви будете від своєї громадської ради висувати в претенденти? Ні, ще це не обговорювалось, тому що, во-первых, ну, то, що пообіцяли, да, буде ли воно на самом деле, а коли буде, ми будемо все колегіально обговорювати, звісно. Це не значить, що хтось захотів туди, хто туди. Хто пытается хотя бы какой-то теме специализироваться. Напевно, за фахом, да? Ну, что? Хотя бы, если можно назвать так. Хотя, ну, вы знаете, что я там несколько лет пытаюсь, я говорю пытаюсь, я никогда не говорю громкие слова бороться, пытаюсь бороться с коррупцией в медицине, но это не значит, что у меня есть фах, я же не медик. Ну, я никогда не оспариваю там диагнозы, знаете, или я не лезу в сугубо медицинские дела. Мы их видим, когда произвол, то, что творится в больницах, тогда пытаемся что-то делать. Посмотрим, будем выбирать. Это все на самом деле не так просто. Ну, мы готовы, конечно, раз мы предлагали, раз мы хотим, чтобы была громада, надо брать на себя ответственность. Без вопросов. Попытаемся, как оно будет. Потому что очень сложно. С одной стороны, понимаете, я вам объясню вот такую позицию, как я. Я всегда был как идеолог конкурсов. Давайте конкурс, давайте конкурсы. То есть придут молодые специалисты, а конкурсы были, а в основном все. Где эти молодые, где порядочные, честные, целеустремленные люди? Их очень мало на самом деле. И это мы столкнулись с этим. Потому что, знаете, и сейчас на некоторые вот по городу, по главному архитектору, да, один подался и все. То есть... Ну, ще таке запитання до вас, скажіть, будь ласка. Ну, от ви цю недовіру оформили протокольно. Да. Ви її наші колеги ви готові її в суді захищати. Ви її подали куди вже? Який її подальший шлях? Ну, как вам сказать? И сказать, что это какое-то сугубо функциональное решение, которое к чему-то приведет, нет. Здесь прежде всего я хочу наголосить на этом, это выражение своей позиции. Это наша позиция, мы ее высловили. Мы против, и мы ее высловили таким образом. Выразили недоверие тем действиям. Мы же не можем выражать недоверие непосредственно губернатору, да? Ну, как бы так мы выразили, потому что это подразумевает много вопросов. Мы выразили, вот эти, мы считаем, что это неправильно. Вот. Как бы так. Тобто цей документ залишиться як історичним нарисом якогось певного історичного часу. Да? Если возможно, знаете, вы назовете так, возможно, это так. Просто, ну, подальше його доля, да? Ну, какая подальше доля будет? И та же доля, что и все наши рекомендации, которые неизвестно где возникали. Ну, сейчас вроде как бы чиновники уже зашевелились после этого и начинают там рассматривать наши пропозиции. Хотя они, в принципе, довольно актуальны. И когда-то я, ну, будет время еще, пообщаемся, я вам просто расскажу, какие у нас пропозиции. Я думаю, все, практически все жители области нас бы поддержали. Мы пытаемся что-то, есть какие-то идеи, опять же, там медицина, там соцзахист. Мы пытаемся то, что наболело, то, что, возможно, нужно, мы пытаемся предложить. Ну, а вот такие, знаете, из власного досвіду можу поделитись роботою громадської ради і окремих депутатських груп. Скажімо, громадська рада запрошує депутатів, вони завжди йдуть на спілкування. І через депутата, які чи депутатські запити, чи проекти якихось рішень
за клопотанням громадської ради. Угу. Ви писали такі клопотання на якихось Ні. депутатів? Скажімо, ну, розглянути таке питання. Депутат може зробити запит. Я поняв вас. От таким, у цей спосіб ви якось працювали? Якщо сказати чесно, ну, може, я виражу своє мнение, не знаю, всі ли громадські ради, ну, я би дуже з радістю хотів, назовіть мені депутатів, які переживають за область і хочуть позитивних изменений, которые бы нас поддерживали. Знаете, описать депутатские запросы, это в достаточном количестве делают жители на округах. Ну и в основном, к сожалению, результата я не вижу. Мы пытались, я неоднократно и до громадской рады обращались к депутатам, ну как бы. Ну через депутата, то досить дієвий шлях. Смотрите, знаете, я сейчас расскажу вам, я как меня выбрали в громадской раде головой медичной комиссии, я теперь обязательно хожу на депутатскую комиссию при облраде, которая занимается вопросами медицины соцзахиста. И иногда я там пытаюсь какие-то предложения вносить, хотя я не участник этой комиссии, это сугубо депутатская там комиссия, и бывает так, и тоже очень много интересного узнаю, как бы. Понятно. Питаюсь так взаємодійснути. Ну, добре, це на ваш вопрос, да. Я зрозумів. Ну, це таке, знаєте, така рекомендація. Більше співпрацюйте з депутатами. Вони, власне, мають більше юридичного підґрунтя щодо якихось певних дій. Спасибо за совет, попитаємося. Це така просто порада. Я... Хоча, к сожалению, я вижу, що більшість депутатів прийшли туди. Совсем не для интересов громады. А вы знаете, ну, такая вам порада, моя вы думка, спробуйте. Да. Хорошо, спочатку. Я вас понял, спасибо. Вот. И нехай вот запросите до себе пана депутата, якогось, будь-якої партии, немає значення. Сказать, у нас є така позиція. Ми вас просимо, ось клопотання, зробіть такий, чи депутатський запит, чи якийсь проект рішення. І нехай він вам відповість, якщо буде конструктив. Я вас запевняю, він сам буде ухватиться за вас, як за ту гарну ідею. Це просто така порада. Ми не проти. Це ж не значить, що ми стали стіною не проти. Просто якби нами, крім нас, ніхто не інтересувався. Вот, да, ті ж чиновники, яких ми приглашали на нашій комісії, ніхто не приходив. Ну, це не значить, поймите правильно, ти знаєш, що ми, о, прийди ти, хтось должен там прибіжати, там, щось. Ми просто іноді приглашаємо. Прийдіть, пожалуйста, хочемо обсудити тот-то вопрос. Медицина, соцзахист. Хто угодно, да. Тепер наступне питання. Давайте повернемося все ж таки до правого сектору, до державницької ініціативи Дмитра Яроша. Взагалі, ну ви як представник Яроша, як взагалі представник цієї політичної сили, який бачите подальший шлях нашої держави в 2018 році? Куди ми будемо прямувати? Ви знаєте, це дуже складний вопрос. Я скажу вам, что я сам многим задаю людям, как вот будет этот год, и что он принесет, и что будет в нем. Сложно ставить какие-то прогнозы, но пока, что касательно 2017, я вижу только развал и ухудшение всего. К сожалению, и те идеалы революции, к которым мы стремились, в принципе, какой высший идеал? Ну, благо народа, это не популистические слова, ну как бы, ну в итоге, что мы видим происходит у нас в государстве, это... Ну, а все ж таки, є таке до вас запитання, як ви вже самі торкнулись цієї теми. Щодо ідеалів революції. Ну, ви представляєте ту політичну силу, власне, в Миколаєві, яка Миколаїв та Миколаївська область, вона не вся підтримувала ні Майдан, ні всі. Тобто в нас не інші області, котрі всі були там, да? На Миколаєві здебільшого люди не якщо їхали на Майдан, то окремі одиниці. Що на антимайдан? Що на Майдан? Взагалі-то люди не підтримують цю ініціативу 2014 року. Ну, я би так не сказав. Люди, розумієте, я вам об'ясню свою позицію. Да? Власть, діюча, всіми силами старається відбити бажання і стремлення людей к тим ідеалам, к яким вони стремились. И сейчас, к сожалению, да, есть такое, что даже наши, ну, там, не все, но некоторые, то, да, вот, видишь, а что ж, мы не получили ничего хорошего. Ну, у меня своя точка зрения на это все, понимаете, потому что ни одна власть никогда не сделает так, чтобы узаконить повстание, да, или, ну, я имею в виду, чтобы сделать это, как, ну, чтобы это принесло какой-то позитив. Все будут стараться отбивать у народа всяческое желание бунтовать, либо протестовать. Ну, это всегда было, знаете, это система. Это система управления. Тут можно багато сперечатись. В нашій державі взагалі бунтувати, майдани, демонстрації. Це така широка практика. І слава Богу, це є симптоми демократичної держави. Ми не Росія.
Там, де вийшли, всіх взяли і всіх параділом розвезли. У нас, слава Богу, така є гласність. Я вам скажу звідки. Це історична, історична на генному рівні. Ви всі пам'ятаєте, ми всі родом з козаків, де звичаєве право. Коло, віче, да, коло. Рада. Це все повторення йде, майдани, мітинги, демонстрації. Але все ж таки, я ще повертаюся до свого запитання. Ви працюєте зараз та представляєте ту політичну силу, яка... Працюю, як обично, як і ви, у мене є робота, я представляю. Представляєте, добре. Ви представляєте ту політичну силу, котра не є популярною в Миколаєві. З якими труднощами ви маєте справу в першу річ? Коли приходите і говорите, я представник Дмитра Яроша. Всі зразу, і асоціація йде така. Правий сектор, Майдан. Я совершенно, да. Ну, що касательно правий сектор і Майдан, я совершенно не комплексую по поводу этих штампов, как сейчас появились. Я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, я довольно недавно, относительно около месяца, представляю эту силу. Это раз. Ну, а во-вторых, просто хочу сказать как бы от себя, я чем занимался, теми социально важными вопросами, тем и будем заниматься. Просто то, что я делал... Просто вы використовуєте цю політичну силу як засіб... Согласен с словом «використовую». Мы просто нашли спільну мову, да. Мы общались долго. Я рассказал свое видение, что я хочу видеть. Если вы следите за тем, что пишу я, то, что мы делаем, в основном это социальная направленность. Угу. И, да, безумовно. В общем, пытаемся улучшить жизнь в нашем несчастном городе, к сожалению, в нашей области, которая... Ну, на вашу думку, якщо... Давайте так, змоделюємо таку ситуацию, уже виходить час ефіру. Як би ви от прямо звідти йдете і сідаєте в крісло голови обласної державної адміністрації. От дали вам... Фантастика, да? От давайте пофантазуємо. Ще у нас тривають новорічні свята. От вам дають ручку. Яка перша дія? Що б ви зробили номером один? Понимаете, чесно говоря, от навіть ті, як би, принципи і задачі, які я декларую, мої товариші, если их озвучивать, они благодаря нашим всем бездельникам у власти стали такими популистическими, что даже их сложно произносить. Ну, номер один, что бы вы сделали? Вот дали вам ручку, пишите распоряджение. Не, ну так, щоб... понимаете, но это тоже так, я не могу с галопа так сказать, то есть бега, что бы я сделал, ну и был бы я, как это представить. Вопрос в другом, ну есть много вопросов, которые надо решать, как я считаю, я же не обладаю таким видением, как губернатор, да. Ну, порядок можно, я просто идеологія, порядок можна навести везде, но он никому не нужен, к сожалению. Я считаю так. Знаєте, ну, тут це дуже риторично таке. Ну, як риторично, посмотрите, що творится така, у нас. Ну, але все ж таки, знаєте, моя логіка, крок за кроком, потрошечки. Ну, поступательно. Отак, цеглинка, кладка і цеглинка, і, ну, так же і стіна, і так же і стіна, де ви стоїть через час. Понимаете, Гордіч, самая больна, ну, большая беда. Ну, как я считаю, одна из наших больших бед – это равнодушие населения. И вот даже пример последняя сессия городского совета, когда все, не только мы, все призывали, давайте придем и не дадим этому дерибану случиться, этим назначенцам, которые, ну, там даже не надо говорить, вы сами знаете, что там за фамилии, не все, конечно, но в основном и замы, и пришло 7 человек из города. Розумієте? Понимаете, всі люди розуверились. Це понятно. Всі устали. В мене така позиція. Це большой, от коли, большой біч. Коли приходить людина і говорить, я проти. А в неї запитують, а за як? Покажіть шлях. Ну, покажіть, я розумію вас прекрасно. Я розумію, що нам задають цей питання постійно. А чому ви проти цього главврача? Ну, а тому що корупція, тому що побори. Приклад. Какой шлях? Давайте. Розумієте, зараз, як у нас такі модні йдуть ярлики на людей. Як не сепаратист, то корупціонер. Як не корупціонер, то ватник. І це вже знаєте... нам слід, я просто користуючись нагодою, тим, що з вами спілкуюсь. Ви маєте, як представник громади, підняти цю тему, що не можна всіх одним миром мазати. Не всі ті, хто розмовляють російською мовою, зрадники України чи сепаратисти. Не всі ті, хто люди... Що таке корупція? Знов-таки повернусь до цього. Якщо у нас людина судом не є рішення, що він корупціонер, він не корупціонер. Подождите, я тут же вам встречу, да, задам вопрос. У нас ні один суд не може ні одного негодяя посадити. Суди теж корумпіровані. Корупціонер не може... Де юре, да. А о чому ми говоримо? У нас працюють якісь закони?
Ну, понимаєте, вже, от тут це тупі. Вже, знаєте, так, тут глобалістично, тупі, да. Але а все ж таки. Якщо негодяїв садять за взятки, да, за побори там, или за беспредел, він виходить через два дні за залог, а потім суд його оправдує, тому що він болен. Судова гілка не працює, кому обращатися, неізвісно. Ну, сложно, все сложно. Про нашу страну, вообще, это, я не знаю, можна книгу написати такого. Дмитро, ми маємо з вами всі написати ту книгу, яка буде шлях, вказувати на шлях певних структур. І знаєте, дуже добре, що ви маєте таку мужність про це говорити відверто, з громадською радою, що ви відкриті для розмов. Да. І таке буде до вас прохання, як представника жителя Миколаєва. Да? Просто більше спілкуєтесь з людьми, бо в суспільній думці є правильний шлях. Ми це робимо постійно. Пане Дмитро, я вам дуже дякую, що знайшли час і прийшли. Вам спасибо, що пригласили. Ми завжди будемо з вами на зв'язку. І сподіваємось, що і голова облдержадміністрації Олексій Савченко почув вас. І головне, що вас почули люди. Спасибо, і це вже є перемога. Спасибо. Дай вам Бог здоров'я. Вам так же. З Новим роком. Все, спасибо. Храни Господь.